Великой Отечественной войны. Наши войска под руководством генералов Рокоссовского, Еременко, Ватутина перешли в наступление. Множество советских танков двигалось, словно мощная волна, заметавшая все вокруг. Армия, возглавляемая немецким фельдмаршалом Паулюсом, вынуждена была сдаться в плен. Потери противника 900 тысяч человек, 2 тысячи танков, 3 тысячи самолетов, 10 тысяч минометов. Никогда прежде за всю историю Германии не было случая столь страшной гибели такого количества войск. В феврале 43 года завершилась Великая битва, Сталинградская битва народов, где сломали хребет мы фашистам. Сталинградский удар по фашистам предвещал над Рейхстагом победу.
зависалой сонной, лежат в земле сырой. Сережка с малой бронной и Витька с маховой, а где-то в людном мире, который год подряд, одни в пустой квартире, их матери не спят. Свет лампы воспаленной пылает над Москвой, в окне на малой бронной, в окне на маховой. Друзья, мне встать в округе, без них идет кино. Девчонки, их подруги, все замужем. В полях завислой сонной лежат в земле сырой. Сережка с малой бронной и Витька с маховой, но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой. Сережку с малой бронной и Витьку с маховой, но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой. И Сережку с малой бронной, и Витьку с маховой. Thank you.
Молодая медсестричка, наш товарищ лейтенант, под пилоткой косичка, ей так шел бы белый бант. И откуда эта сила хрупкой девушке бралась? Скольких с поля выносила, пуль свистящих не боясь. Помню мины я шальную, тяжко ранен был в плечо. Слышу голос надо мной, милый, потерпи еще. Винт налег неторопливо, затихал вечерний бой. И от нежности прилива как-то притупилась боль. Oh!
парней. Но то, что это Алёша, 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 но то, что вот это Алёша, известно в Алтае всей. Калином потоким объятым, потоем объятым, калином потоем объятым, ему не сойти с высоты. И ничто не забыто. Читаю, волнуясь, святые слова. За каждую буквой солдат спит убитый. За каждую строчкой чья-то судьба. Рядовые армии советской, люди, победившие войну, скольким детям возвратили детство, подарили радость и весну. Thank you.
Финогенов Кирилл, Добровольская Леся, Гавриленко Иван, Терещенко Полина, Сиянов Юрий, Соколова Варвара, Песоц.